12 мая, продолжаю работы на пасеке. Сейчас хочу почистить донья, помыть, поставить дополнительные корпуса и обработать семьи от клеща и прочей заразы. Вот покажу на примере одного улья, как я это буду делать в этом году, ну и думаю в дальнейшем. Значит, обрабатывать я буду чистотелом. Впервые я об этом способе узнал год назад. Обработал одну семью, мне понравилось. И сейчас хочу это сделать на всей пасеке. Ну, начнем по порядочку. Сейчас помою донышко, почищу и начнем. Уберем эту кусковую крошку, прочее. А дальше соберут муравьи. Помыл донышком и сразу начну обработать его чистотелом. Для чего это надо? Ну, во-первых, чистотел является таким дезинфектором. Им можно обрабатывать инвентарь пчеловодный, корпуса, которые вы подставляете на расширение, рамки, сушь, лощина. Таким образом вы обезопасите себя, чтобы не перенести какую-нибудь заразу от семьи к семье. Это такой первый момент, который мне тоже очень сильно понравился. Никакой химии, никаких препаратов. Все натурально, природа нам в этом деле помогает. Следующий момент. Настойка, отвар чистотела избавляет пчел от аскосфероза, назематоза, гнильцов, варатоза, подобных болезней. Здесь, честно говоря, признаюсь, я ничего такого подтвердить сказать не могу, но в прошлом году не было у меня заболеваний, таких, слава богу, на пасеке. Ни в той семье, которую я обрабатывал экспериментальную, ни в других семьях. Вот. Пчел на анализ не сдавал, поэтому не знаю, что к чему. Но рекомендуют и говорят, что действительно это так. Следующий момент, который я могу подтвердить, это то, что вот действительно отвар чистотела, он активизирует матку. Она начинает активнее, быстрее, больше сеять. Также у пчелы появляется, она более активная становится, летная такая активность, она гнездо чистит быстрее, работает лучше. Развитие семьи происходит намного, намного быстрее. Вот это я действительно могу подтвердить, потому что в прошлом году семью, которую обрабатывал, она раза в два. Она обогнала по развитию все остальные семьи. Причем неважно в каком. В дереве они были или в ульях и стены. Это вот я заметил точно. Обрабатывать надо желательно поднимать каждую рамку и опрыскивать с двух сторон. Пчел, расплод, засев. Никакого воздействия, никакого вреда это пчеле не наносит. Но сами учтите, что это, конечно, яд. Отвар чистотела, само растение ядовито, здесь как бы это имейте в виду. Вот. Я не поднимаю рамки, я обильно опрыскиваю сверху и стараюсь пролить каждую улочку. Отвар туда без проблем проникает. И на пчелу попадает, и, соответственно, на расплод.
Как его приготовить? Я использую сушеные, сухие стебли, листья чистотела. У меня его, слава богу, на огороде растет достаточно, поэтому собрать его несложно. Это сушеный чистотел, 6 столовых ложек на 2 литра воды, 5 минут прокипятить и настоять 8 часов. Все, отвар готов, можно опрыскивать. Ну, сейчас опрыскаю как раз вот поставленный новый корпус. Сушь, овощина у меня здесь стоит. Также после обработки семья пчелы быстрее осваивает такие вот поставленные корпуса. Это тоже немаловажно. Очень хороший способ, еще раз говорю, мне понравился. В этом году опрыскаю, обработаю так все семьи и в дальнейшем буду использовать. Нет ни химии, ничего, все нормально. Я, честно признаюсь, был очень доволен, развитие действительно происходит просто взрывное, очень хорошо. Вот и все, такой вот коротенький ролик. Смотрите сами, использовать или не использовать, но я бы вам посоветовал, попробуйте. Думается мне, не пожалеете. Все, друзья, всем удачи. Пока-пока.